Следующий по значению фигуры, или точнее, следующий по очереди, но гораздо больше по значению фигурой движения по местной церкви, конечно, был Уитнес Ли, тот человек, с которым связано, собственно, движение по местной церкви. Уитнес Ли, как ни странно, был практически ровесником Вотчманани, Вотчманани родился в 1903 году, а Уитнес Ли родился в 1905 году, то есть всего на два года был моложе значит скончался он относительно недавно, ну хотя в общем уже прошло порядком времени, в 1997 году Витнес скончался, то есть уже 13 лет поместная церковь живет без него, однако его писания до сих пор остаются фундаментом и сути всего того, во что они верят, и даже журнал, который издают поместная церковь для всех такой публичный журнал поток, по сути дела, занимается перепечаткой старых материалов Уитна Соли, тех, которые он написал, естественно, при жизни. Значит, настоящее имя Уитна Соли Ли, Ли Чангшу. Родился он в китайском портовом городе Чифу. Сейчас этот город называется Янтай. Родился он в семье баптистов. В юности он тоже, как и в Очмане, был номинальным верующим, но в 1925 году принял окончательное решение следовать за Христом. В 1927 году, когда а, ему было 22 года, а, в руки Уитнеса Ли попал журнал, который издавал а, движение Малое Стадо. И вскоре он сам стал проповедовать а, те взгляды, которые а, излагал в этих журналах Watchman Ни». Nee. А, в течение нескольких лет Витнес а, Ли был руководителем отделения малого стада в своем родном городе. А, но спустя а, какое-то время в 1946 году, его попросили переехать в другой город, город Фучоу, чтобы там помогать вочману Ни в его служении. В это самое время, поскольку, поскольку в Китае происходили быстрые перемены, и приверженцам движения зал собрания, последователям вочмана Ни стало, становилось все тяжелее и тяжелее жить в Китае, они начали уезжать из материкового Китая на остров Тайвань. И э, в 1947 году этот поток беженцев э, очень быстро ускорился. Они приезжали на остров Тайвань и там, стали, там проводили собрания на частных квартирах. Э, в 1949 году на остров на несколько дней приехал Вочман Ни, для того, чтобы повидаться со своими э, последователями и э, заложил там основы церковной организации, то есть привел все вот эти разрозненные группы в какой-то более-менее э, стройный порядок и назначил Уитнеса Ли руководителем движения малого стада или зала собрания на Тайване. В 1952 году, когда Вочман Ни был арестован, а церковь на материке подверглась гонениям, Ли оказался во главе самой большой и самой организованной части движения, потому что на Тайване таких гонений против последователей этого движения не было. А, и а, с 1949 по 1955 год количество тайваньских приверженцев резко выросло. С 500 человек в самом начале до 20 тысяч человек в конце. Да, то есть все вот эти вот 21,5 тысяч человек это были беженцы из Китая, которые спасались от преследования китайских властей. А, ну, соответственно, важный такой момент. Многие из тех людей, которые вот входят в эти 20 тысяч а, с копейками, это изначально были не последователи малого стада или зала собрания, это были последователи обычных западных конфессиональных церквей, которые перебрались на Тайвань. Дело в том, что возникла одна очень серьезная проблема: когда эти люди приезжали на Тайвань, они попадали в атмосферу людей, которые говорили на другом диалекте китайского языка, и в церквях, которые существовали на Тайване, проповеди и служения проводились на непонятном им диалекте, а собрания, которые проводил Витнус Ли с последователями малого стада или зала собрания проводили на мандаринском диалекте, который эти люди хорошо понимали. И поэтому все эти беженцы, независимо от своей конфессии, так или иначе приходили вот в эти собрания, которые проводил Уитнес Ли. Постепенно Уитнес Ли добился признания себя апостолом, и его власть начала приобретать авторитарный характер. И некогда свободное движение с автономными группами стало превращаться в жесткую иерархическую организацию. Вот что пишут об этом историки этого движения. Историк по имени, по фамилии Халлингтон пишет следующее. Прошу прощения, фамилия историка Немножко другая. Историк по имени Аллен Свонсон пишет следующее. «Старейшины крепко держат бразды правления в истинной церкви Иисуса, тогда как в зале собрания наибольшей властью обладает Уитнес Ли. Опасность в том, что некоторые принимают слова Ли практически экс-кафедра. Возможность спорить с авторитетами почти отсутствует, а покорность с лидером подчеркивается как условие гармонии внутри церкви». Другой человек, который писал историю церкви, этого человека звали Ангус Киниар, пишет по этому поводу следующее: следствием столь энергичной организации явилось, однако, то, что прежняя свобода в духе стала понемногу исчезать. Вскоре в собраниях была введена система контроля посещаемости, которая наряду с полными сведениями о месте жительства каждого верующего, его месте работы, семейном положении и тому подобному, означала, что ваш прогул можно быстро отследить. Прогул имеется в виду то, что вы не были на собрании. Вечеря Господня была ограждена. Вас формально представляли, и вы носили бейдж с именем вас уже больше не принимали на основании одного вашего свидетельства о том, что вы рождены свыше и любите Господа. В прошлом вечере Господня всегда было местом, где важная роль отводилась совести человека и побуждению Святого Духа. Теперь же сначала тщательно проверяли, нет ли у вас связи с другими христианскими конфессиями и преданы ли вы церквям зала собрания. Совет, данный Вочманом одному брату в 1940 году, не жди, что Святой Дух будет делать в Циндао то же, что в Шанхае, оставь ему свободу, вскоре уступил место всеобщей полной Регламентации, вводимой с помощью твердой авторитарной центральной власти. Конечно, Уитнес Ли осмотрительно отвергал идею организации, объясняя, что все эти нововведения лишь сосуды для передачи духовных вещей, подобно чашке, в которую налита питьевая вода. Однако он побуждал каждого члена церкви быть послушным: Не делайте ничего, прежде не спросив, убеждал он. С момента грехопадения человек поступает, как ему заблагорассудится. Здесь есть порядок, здесь есть авторитет, церковь это место строгой дисциплины тоже представляет себе примерно, что там происходило, то есть церковь превращается не просто а в некую организованную группу, а на самом деле это четкая организация, где у руководителей церкви есть все ваши личные данные, где у вас на груди висит бейджик с вашим именем, где ваше посещение церкви четко отслеживается, где далеко не каждый первый попавшийся, не каждый желающий может подойти к вечере Господней, то есть к причастию. Причем помните, как начиналось-то все. Да? общем они когда начинал свое движение, одним из главных привлекательных моментов было то, что они по домам совершали эти собрания, буквально там в своих семьях. И общем Ни к этому относился как раз более спокойно. Видно установил жесткую дисциплину, которая, в общем-то, превышает, наверное, все параметры жесткости, которые существуют во многих организациях. Даже свидетели ИГО, наверное, до такой степени заорганизованности не додумались. А... Ален Свонсон, о котором я уже упоминал, тоже пишет следующее: Тем самым зал собрания опутывает каждый населенный пункт сложной, но эффективной сетью ячеек, руководителей ячеек и попечителей. Каждый руководитель подотчетен вышестоящему руководителю. Тем, кто чувствует Божье побуждение предложить свою кандидатуру для полновременного служения, зал собрания предлагает два уровня служения. Оба называются просто соработниками. Тункун с работников высшего ранга назначает и рукополагает сам апостол Ли. Они могут быть переведены в другие поместные церкви только с разрешения самого Ли. То есть такая четкая организация, во главе которой стоит один человек, которого уже называют апостолом. Тем не менее, не все были готовы принять такие жесткие правила. Изначально свободное движение отвергало просто само по себе отвращалось вот этой вот организации которую Витнес-Ли пытался там. Установить. У руководителей движения в Гонконге, Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах были недовольны как авторитаризмом самого Витнес Ли, так и его самоуправством в финансовых вопросах. В конце 50-х годов из-за неграмотного распоряжения деньгами Витнес Ли спровоцировал финансовый кризис в общине города Тайбэй. Для того, чтобы расплатиться с деньгами, община вынуждена была продать земельный участок, на котором они хотели построить церковное здание и учебный центр. В 1960 году общине, общины в Маниле, которые оказывали движению значительную финансовую помощь, полностью отказались следовать за Уитнесом Ли. Таким образом, получилось, что э, э, вот это вот движение, которое Витнес Ли e начал создавать, оно постепенно стало приобретать совершенно иные черты, нежели когда-то были э, в движении Вучма когда в Некоторые группы изначальных последователей, в общем, не стали отделяться от Витуса Ли, получилось, что существуют два совершенно разных движения, которые изначально носили одно и то же название. Зал собрания, который следовал вот тем свободным принципам, по которым жил изначально Ни, nee, и зал собрания, который следовал вот этой авторитарной жесткой дисциплине, которую установил Витнес Ли, полностью находились под его контролем. С течением времени эти две группы все больше и больше разделялись между собой. Но с другой стороны и последователи Витнес Ли там на Тайване и в Юго-Восточной Азии становилось все меньше и меньше, потому что все меньше и меньше людей были готовы смиряться а, с вот этими его нововведениями. А, в 1960 году Витнес Ли оставляет свои дела на Тайване и переезжает в Соединенные Штаты Америки. Сначала он поехал туда как бы на разведку, а потом уже а, в 1965 году, а, по-моему, в 1965 году он переехал туда окончательно. Когда Витнес Ли поехал в Соединенные Штаты Америки, он оставил зал собрания на Тайване в состоянии глубокого кризиса. В его отсутствии члены движения разделились на две фракции. Одни люди были за возвращение Витнеса Ли, а другие были категорическими противниками того, чтобы он продолжал оставаться их руководителем. В конце концов, сторонники Витнеса Ли уговорили его вернуться, для того, чтобы тот приехал и разрешил все противоречия, которые возникли. Вернувшись на остров в 1965 году, Витнес Ли начал наводить порядок твердой, авторитарной рукой, в результате чего буквально тысячи людей ушли из движения, которое когда-то считало его своим начальником. Местные верующие даже назвали это движение «очистительной резнёй», потому что очень много людей действительно движение покинуло. Проведя такую чистку рядов, Витнес Ли вернулся обратно в Соединенные Штаты окончательно и там начал заниматься развитием своего движения. Еще в 1958 году в Соединенных Штатах, в городе Сан-Франциско, возникла первая китайская община, которая поддерживала тесные связи с движением Витнес-Сли на Тайване. Витнес-ли считал, что эта община была первым ростком, первым проявлением настоящей церкви на американской земле. Кроме того, с 1957 года несколько китайских семей, в том числе один кровный родственник Вочмана Ни, начали посещать обычную протестантскую церковь, называлась она Уэстморленд Чепл в городе Лос-Анджелес. Филиппинский миссионер зала собрания, которого послал на служение сам Вочман Ни, звали этого человека Стивен Конг. Еще с 1952 года трудился в небольшой общине Малого Стада в Нью-Йорке. То есть э, у нас а с вами получается как бы таких три э, места, где к моменту приезда «Витнес-Ли» в Соединенные Штаты это движение было как-то представлено. Э, последователи «Витнес-Ли» Сан э, э, в Сан-Франциско, последователи «Вотчмана-Ни» в Лос-Анджелесе и конкретный миссионер, посланный «Вотчманом-Ни», который работал в Нью-Йорке. И вот это все чем было представлено это движение на территории Соединенных Штатов к моменту, когда Уитнес Ли туда приехал. Приехав туда, он взял все это дело в свои руки и решил развивать движение быстрыми темпами. Естественно, когда Уитнес Ли впервые приехал в Соединенные Штаты, он приехал к своим друзьям и знакомым в Сан-Франциско, к тем людям, которые поддерживали с ним связь. Он также посетил Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В 1960 году он снова Побывал в Соединенные Штаты и встретил радушный прием со стороны тех христианских церкви и организаций, которые уже познакомились с английскими переводами книг Ни. Nee. В 1959 году Сэмуэл Чанг, последователь гонконгского движения Уитнеса Ли, приехал в Лос-Анджелес и начал посещать церковь Уэс Морлен Чепл, где начал проповедовать учение. Уитнас Соли и богословие Вочманани. Ни. В 1962 году, когда Вочманани уехал из Тайваня и переехал в Соединенные Штаты Америки, он пришел в эту общину Уэс-Морден Чаппел и начал настаивать на том, чтобы пастор этой общины Чарльз Харрисон объявил свою общину церковью в Лос-Анджелесе. То, есть, чтобы он полностью передал ее под контроль. Витнеса Ли и принял членство в этом движении. Пастор Харрисон отказался, и тогда, 27 мая 1962 года, та группа верующих, которая была последователями Витнеса Ли, они ушли из этой церкви и основали свою собственную общину, которую назвали церковью в Лос-Анджелесе. Сам Витнес Ли в то время жил в другом городе американском, в городе Сиэтле, а пастором вот этой первой общины в Лос-Анджелесе, с которой началось движение по местной церкви в Штатах был тот самый миссионер Сэмюэл Чанг, который был послан с Тайваня в Соединенные Штаты. Витнес Ли время от времени бывал у своих последователей в Калифорнии, и наконец 30 ноября 1962 года он окончательно приехал в город Лос-Анджелес. В 1963 году церковь в Лос-Анджелесе, которая медленно росла, провела впервые свою ежегодную программу обучения, несколько недель интенсивных занятий по изучению богословия в не и Уитнес-Сели. На эту программу приехало довольно много верующих из других регионов США, и после обучения многие из них решили остаться в Лос-Анджелесе для того, чтобы присоединиться к движению уитнес Ли. В 1965 году Уитнес Ли создал служение «Поток», которое должно было заниматься распространением его материалов впоследствии название изменилось это движение стало называться живой поток это сегодня это главное издательство как мы уже говорили этого движения вскоре несколько небольших общин по местной церкви возникла в штате Техас в 1969 году большая часть последователей Витна Сли из Лос-Анджелеса переехала в Хьюстон административный центр штата Техас для того, чтобы там создать поместную церковь. В 1971 году опять часть вот этих людей, которые переехали в Хьюстон, снова переехали, только на этот раз в город Даллас в том же самом штате Техас. А в 1973 году они переехали в еще один город в том же штате, город Остин, и там основали еще одну церковь, церковь в городе Остин. Успешное создание общин в Техасе и достаточно быстрый их рост побудил последователей Ли, которые жили на северо-востоке США, съехаться в город Акрон, штат Агаи. Одновременно около 40 человек из лос анджелесской церкви отправились в Атланту, штат Джорджия, и примерно такая же группа отправилась в Чикаго, штат Иллинойс. То есть то, что было первой попыткой создать поместные церкви в других частях США, в, городе, в штате Техас оказалась настолько успешной, что группы миссионеров стали разъезжаться по другим частям США и по местной церкви стали возникать в самых разных территориях. Поначалу эти новые церкви, которые возникли, были очень разрознены и малочисленны, и поэтому э, мало заметны на общем фоне христианской жизни Соединенных Штатов. Однако в 1974 году окруженные успехом э, последователи движения начали открыто переманивать себе в собрания членов христианских церквей, причем откровенно выражали свою неприязнь к организованному христианству. То есть не говорили вы принадлежите к организованному сатанинскому христианству, вам нужно прийти в истинную церковь, приходите к нам в наше собрание. Особенно рьяными были верующие из южной Калифорнии, где все это началось, которые называли другие церкви вавилоном и даже просто срывали богослужения в этих церквях. Они маршировали по улицам в футболках с надписью "Бог ненавидит христианство", сжигали плакаты с надписью "Религия", размахивая при этом плакатами, на которых было написано "Иисус Господь" и колотя в барабаны с такими же надписями. То есть можете представить саму вот эту вот сцену в В том же 1974 году Итнес ли перебрался в город Анахайм, штат Калифорния, и начал дважды в год проводить учебные конференции, построенные по принципу изучения библейских книг глава за главой. Именно на основании этих учебных конференций он потом издаст сдаст свой главный жизненный труд, который называется «Жизнь изучения священного писания». Многотомное издание, толкование на каждую книгу, на каждую главу Библии, которая, по-моему, уже переведена на русский язык. Некоторое время конференции проходили в штате Техас, но потом стали проводиться исключительно в городе Анахайм. Программа изучения Библии была полностью завершена к 1995 году, то есть за 21 год они прошли через изучение всей а, Библии. А, между тем, стремительный рост движения и антихристианские выпады его последователей наконец а, вызвали естественную реакцию всех остальных христианских церквей. Ну, как долго можно терпеть вот такое поведение по отношению к себе? И на на селе обрушились обвинения в ересе. В, в ответ поместная церковь начала угрожать своим критикам, что будет отстаивать свои права в судебном порядке. Как я уже говорил, в 80-х годах они засудили вот это вот христианское служение, которое написало книжку о них, и одновременно засудили, засудили православного священника Джека Спаркса, который написал книжку «Майн Бендерс», в которой была глава, посвященная критическому анализу по местной церкви. Тем не менее, как они влиянием критики, к концу 1980-х годов в среде самой поместной церкви начались шатания. В январе 1988 года группа бывших членов по местной церкви выпустила одновременно на китайском и на английском языке 20-страничную брошюрку под названием «Переосмысление видения», в которой обвинила Уитнеса Ли, который назван в этой брошюрке господином Икс. В искажении библейского учения и богословия в Ни. В сомнительных финансовых операциях. Похоже, эти обвинения преследовали его всю жизнь, еще начиная с Тайваня. И в том, что он не сумел воспитать своего сына Филиппа Ли в повиновении. Потому что как раз незадолго для этого, до этого Филипп Ли был изгнан из общины в Анахайме по обвинению в сексуальной распущенности и прочих нехороших вещах. И вот эта вот община она поставила под сомнение то, что Витнеса Ли Витнес Ли вправе именоваться апостолом после всех тех вещей, которые он натворил. В частности, по поводу упомянутых выше публикаций, вот, на которые поместная церковь суд подавала, они писали следующее. «Хотя эти книги и не излагают истину во всей ее полноте, многие их замечания относительно господина Икс, то есть Витнес справедливые справедливы и не являлись плодом их воображения». Подтвердить эти обвинения было невозможно, потому что спорные моменты были удалены из печатных изданий служения господина Икс. Однако многочисленные аудиокассеты и видеозаписи свидетельствуют о справедливости замечаний так называемых противников. Во время судебного процесса святых предупреждали и принуждали молчать, а многие молчали по собственной воле ради блага Господнего восстановления. В некоторых случаях, когда посторонние пытались взять у святых интервью, на встречу с ними посылали только специально отобранных людей, у которых было безопасно брать интервью. То есть сама община по местной церкви признается, что во время судебного процесса атмосферу по местной церкви четко контролировала. То есть позволяла Беседовать с посторонними только избранным людям, а книжки очень много были аккуратно, видно, соли были аккуратно подчищены для того, чтобы убрать оттуда все то, что могло быть использовано против движения. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminarii.com. Когда Уитнес Ли перебрался в Америку, uh -huh. то есть он взял все в свои руки, все движение под свой uh -huh. контроль. Что им двигало, вера или же просто продвижение? Потому что ты упомянул, как бы он сразу, деятельность у него такая стала бурная, и все подмял под себя. Или же ему просто хотелось, чтобы чем больше народу было в этом движении? Или же действительно он верил в свои убеждения в эти? А, вы знаете, у меня нет причин полагать, что Уитнес Ли не верил в то, что говорил. Во всяком случае, мне хочется верить, что, по крайней мере, он сам верил в то, что говорил, потому что в ином случае это был холодный расчет очень жестокого циника, который ну, просто хладнокровно это... использовал людей. Как бы, у меня нет причин полагать, что он сам во что-то не верил, но тем не менее, Витнес на самом деле был очень авторитарным человеком, и когда он взял в свои руки власть, это был очень четко рассчитанный ход. Ну, в этом Опять же, я не могу сказать, что он был человеком неверующим. У меня нет причин так полагать. Вполне возможно, это в нем совмещалось. То есть он на самом деле верил в то, что говорил, но при этом считал, что действительно он человек, поставленный Богом на какую-то вот роль которую он должен отстаивать любым средством. Может быть, может быть, опять же, человек к этому времени настолько полюбил власть, что она стала для него больше, чем все остальное. Во всяком случае, к моменту, когда начались судебные процессы, там уже начались явные подлоги, да, то есть, когда его книги стали почищаться, когда членам церкви запрещали беседовать с посторонними, то есть там уже начались какие-то моменты, которые трудно объяснить с точки зрения христианской честности, да, с точки зрения э, искренности верующего человека. Но в 60-х годах, возможно, он был еще более, э, более искренен. Но э, кто-то сказал хорошо, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. А, вот. Видно, Слит добился в своем движении положения абсолютной власти. А, то есть сама вот эта фраза, которую Вучманник, к сожалению, все время сказал о том, что человек, который грешит против лидера, грешит против Бога, она действительно связывала очень многим людям руки и фактически ставила человека, который был во главе движения, назывался апостолом, в положение недосягаемой для критики власти. То есть он был вне всякой критики, вне всякого сомнения, вне всякого осуждения. Вот. А в таком положении очень легко действительно развратиться, очень легко сбиться с пути. И вот те вещи, которые эта церковь в Анахайме Прошу прощения, церковь, э, 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 ну вот та небольшая группа людей, которая ушла из поместной церкви в 1988 году, в этой брошюрке, которую они издали, то, о чем они писали, действительно говорит о том, что Витнес Ли, он э, пользовался своей властью, да, он, э, он выходил за рамки дозволенного в значительной мере. Это и было причиной того, почему из поместной церкви стали уходить, Церкви. Вот та искренность изначальная, которая была, да, то вот э, тот энтузиазм, та, э, та честность, та открытость, которая поначалу в этом движении была, она потом стала уходить постепенно. То, что было в Тайване, э, то стало происходить и в Соединенных Штатах. В Тайване тысячи людей ушли из этого движения. И в Штатах тоже начался этот процесс, хотя он пока еще не достиг таких э, больших масштабов. То есть Витнасли второй раз попал, наступил на одни и те же грабли. А, и, в общем-то, видимо ничему не научился. Поместная церковь, естественно, пыталась бороться с этими центробежными тенденциями. В 1986 году в рядах церкви возникло новое движение. Всем старейшинам поместной церкви предложили подписать письмо с обещанием абсолютного послушания Уитнеса Ли. Уитнесу Ли. То есть, в общем-то, на мой взгляд, это уже был шаг такой, вот, который выводит вещи за предел разумного, да, то есть письмо, которое говорит, я обещаю всегда во всем беспрекословно слушаться вот этого человека, то есть это как бы уже вообще то, что с моей точки зрения противоречит самому библейскому пониманию э, свободы во Христе и библейскому пониманию церкви. В некоторых поместных общинах разномыслия начали подавлять силой, что в свою очередь стало еще больше усиливать внутреннее напряжение. В 1988 году целое собрание по местной церкви в городе Роузмид, штат Калифорния, вышло из поместной церкви. Это было, как раз, первой ласточкой вот этого раскола. В 1997 году, 9 июня, Витнес Ли скончался в возрасте 91 года. Он скончался, но проблемы в движении, в общем-то, в значительной мере сохранились. Насколько я могу судить сейчас, преемники Витнес-Ли пытаются как-то сгладить все вот эти шероховатости. Во всяком случае, в последние годы не слышно было о том, чтобы какие-то общины откалывались от движения по местной церкви. Вот. Тем не менее, все вот эти богословские моменты, которые Витнес-Ли к тому времени привнес в организацию, они все остались. И учение по местной церкви, оно в значительной мере остается как раз тем, чем Витнес-Ли его создал и проблема внутренние они по-прежнему остаются пускай даже они не приводят к расколу внутри церкви и напряжение такое несколько спал